Готовим нейтрализатор. Вот кошмар вашей сегодняшней ночи будет оксид кремния, полученный путем фазного синтеза тетрахлорида кремния в водородном кислородном пламени в температуре 1800 градусов, потому что, не зная этого, вы не будете понимать, что это является базой, которая обеспечивает доставку, отдачу, а обратно забирает продукты отмершей клетки, секрет самих желез и все. Все продукты, которые вы собираетесь наносить, подвергаются физическому воздействию, разминанию, да, то, что вы взяли в руки, вы разминаете, и пилинги, которые мы с вами договорились, а самые нейтрализующиеся, вы не ждете образования этого фроста. Изменилось реологическое состояние, вы снимаете.